Британский бегун, четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фарра выступил с заявлением в связи с решением президента США ввести временный запрет на въезд в страну мигрантов из 7 стран, в том числе и Сомали, откуда он родом. 1 января нынешнего года Ее Величество Королева удостоила меня рыцарского звания. 27 января президент Дональд Трамп, похоже, сделал меня изгоем, говорится в заявлении спортсмена. По его словам, его тепло встретили в Британии, куда он приехал в возрасте 8 лет. Ему была дана возможность добиться успеха и реализовать свои мечты. «Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британского народа. Моя судьба – это пример того, что происходит, когда люди следуют политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», говорится в заявлении многократного олимпийского чемпиона. Отмечу, Мо Фарра последние 6 лет жил и тренировался в США.